Здравствуйте, мои хорошие. Посмотрите, какая у нас сегодня красота. Опять же, к 8 марта называется «Готовимся». Бренд «Сила природы», «Цитрин Мадейра». Безумно редкие камни, безумно редкие украшения. И мы умудрились в одном комплекте собрать вот серьги, кольцо и подвес. Кулон, колье. Смотрите, такие вещи, конечно, это вещи коллекционные, это вещи, которые передаются по наследству. И помимо их материальной ценности, здесь есть еще ценность в таком выражении, что это всегда как реликвия фактически семейная, да, надо ее так рассматривать. Помимо того, что это эксклюзивная работа, и вот упустите это колечко, вряд ли потом когда-то второй раз сумеете поймать именно такое. Более того, могу сказать, даже если оно будет похоже, настроение у каждого кольца совершенно разное, поэтому давайте относиться к этому как реально к произведению ювелирного искусства. Посмотрите, какая прелесть. Я специально держу, долго показываю. Бесконечно интересное кольцо по дизайну, по подбору камней. И, как всегда, наша сила природы молодцы. Они делают возможность женщинам не мучиться, а дома себе собой регулировать размерчик. Я не буду специально это колечко растягивать на среднюю руку. Посмотрите, как красиво смотрится. Конечно, это волшебство. Это у нас стоит цитрин Мадейра. Как мы всегда говорим, есть у изделия индивидуальный номер. С тыльной стороны, видите, вот он номер с бриллиантиком черным. Серьги тоже покажу поближе. Ужасно неудобные бирки здесь, но ничего мы сделать с этим не можем. Вот такие, какие есть. Посмотрите, сколько они смогли набрать камней, чтобы собрать вот такую красоту, да, цитринов одинаковых. А застежка обычная французская петля смотрится безумно эффектно. Очень хорошо ложатся вдоль лица, прям структурирует его. И, конечно, невообразимо. Красота, да. Ой, видите, как 4 бирки, 2 сережки. Надо умудриться все это подержать, но хочу показать вам на просвет. Посмотрите, какая прелесть. И следующий колье. Тоже необыкновенная красота. Посмотрите, как оно сделано. То есть за основу взят все тот же вот этот элемент листа. Видимо, 8 уходящего, второй листик. Все это на кожаном шнурке. Кожаный шнурок, смотрите, он сейчас изогнулся. Под теплом руки или вот когда вы носите на шее, он прям принимает нужную вам форму, поэтому не задумывайтесь о том, что он имеет такое. И он достаточно плотный, чтобы держать колье в форме декольте, чтобы оно не провисало. Поэтому шикарные совершенно вещи, прям наслаждение истинное. Еще один вариант украшения у нас цитрин натуральный. Цитриновые кристаллы Мадагаскар Антананариву. Одна штука 7,05 карат. Посмотрите, какое называется. Ласковое солнце. Ласковое солнце мое. Да, посмотрите, красота. Тоже прям праздник, нежность, женственность. Согревают, смотрят. Получаешь истинное удовольствие. В комплекте у нас есть вот такие вот серьги. Попробую все вместе показать. Не так легко это сделать. Вы видите, по стилистике все выполнено одинаково. Опять же, будет прикрыта мочка уха, прокульчик, да. И, ну вот, ну смотришь на изделие, да, вот вы уже насмотренность появляется сила природы, вы сразу узнаете этот бренд. Опять же, вещи, которые будут служить долго, передаваться по наследству. Я думаю, только так к ним можно относиться. И второй вариант цитрина, который у нас на сегодня есть, у нас прям сегодня мартовская подборка. Не обязательно такие вещи покупать к празднику, но мне кажется, ознакомиться с ними всегда приятно именно в праздничном варианте. Посмотрите, тоже идет друза цитрина, да, с такими вот элементами первобытности. Есть, так как камень сам не обработанный, да, то элементы такие добавили. На обычной такой цепочечке, вот такой вариант. И к ним есть серьги, ой, к нему, к этому колье есть серьги. Серьги у нас, я сейчас вот так их попробую показать, немножко сложно здесь все. Не хотят они с бирочками дружно ложиться. Посмотрите, вот такая вот красота и первобытность. Первобытность, первозданность, вернее, природы. Наверное, все-таки не первобытность, а первозданность. То есть все идет к натуральным материалам, к натуральным камням, к натуральности в живой природы. Опять же, у застежечки у нас есть вот это колечко, которое позволяет редактировать напор на мочку уха. И здесь у нас стоит цитрин. Цитрин круг огранки, где у нас круг вот этот маленький, а в основе своей цитрин кристалл 277 Мадагаскар Антананариву. Все изделия покрыты родием и позолотой. И еще одна красота — лимонный кварц. Тоже посмотрите, прям друза лимонного кварца. Здесь у нас стоят аметисты, цитрины, голубой топаз. И к нему вот такое вот колье, которое также заключается. Видите, у нас там заключен лимонный кварц уже в такую вот
закрытую корзиночку, немножко имитирует соты. Тоже у нас кожаный шнурок. Так, поближе, чтобы было видно. Кожаный шнурок, поэтому вот такой эксклюзив от бренда «Сила природы». Я думаю, многих заинтересует, поэтому заходите к нам на сайт. На сайте у нас, на сайте luchi.ru есть все цены, размеры. В связи с тем, что сегодня сложности с коммуникацией, предлагаю вам наши WhatsApp, телефоны, номера. Воспользоваться ими в шапке профиля, они есть. И всем, кто сегодня досмотрел видео до конца, по кодовому слову «Сила природы» мы предлагаем скидку 20% на украшения из сегодняшнего видео. Всего хорошего, до новых встреч!